Эпидемия на подходе. За прошедшую неделю РВИ гриппом в регионе заболели более 12 тысяч человек. По данным Роспотребнадзора, в области уровень повысился на 3,2%, а в Самаре – на 6%. Тем временем прививочная кампания продолжается. Для того, чтобы сезонная эпидемия не обернулась серьезными последствиями, необходимо привить 37% населения. В первую очередь защитные вакцины ставят врачам, педагогам, а также детям и подросткам.